藏不住滚烫的灵魂。我多想抱紧你，把你的恐惧化作信息，不再计较这世界公平不公平，像个小孩Проснулся. У тебя все еще жар? Я в порядке, температуры нет. Больше не пей так много. Никто не стоит этого. Я приготовлю тебе завтрак. Все хорошо, не надо. Думаю, ты не выспалась из-за меня. Иди домой отдохнуть. Тогда и ты отдохни. Спасибо. Больше ни капли в рот. Принеси лекарство больной. Хорошо. Нет-нет, доктор. Я не хочу лекарств. Знаете, это лекарство получено из концентрированного фруктового сока. Их прием очень полезен. Правда? Конечно. Хорошо. Почему вы здесь? Мне очень жаль. Не ожидал, что в конце концов ты окажешься в больнице. Мы все очень разочарованы. Простите, я упала в обморок. Я не знаю, почему меня госпитализировали. Хорошо, не будем об этом. Сегодня я пришел сообщить тебе очень хорошие новости. Наш фруктовый сок выпустил обновленную версию. В его составе теперь 8 видов редких фруктов. Благодаря чему лечебный эффект выше. Правда? Да-да-да. Успокойся, успокойся. Здорово. Верно. Значит, здоровье будет еще больше защищено. Согласись, что таким чудо-соком мы должны поделиться. Конечно, конечно. Поэтому компания решила выделить тебе 100 бутылок для продвижения. Но я предыдущий сок еще не продала. У меня нет столько денег. О чем ты сейчас? Забыла? Наш сок очень полезен, и наша компания может дать тебе кредит. Одолжи деньги, купи сок, а затем, продав купленный у нас сок, ты вернешь нам деньги. Что скажешь? Вы видите, что она больна? Пришли, чтобы развести на деньги? Это не так. Еще раз побеспокоите ее, и я за себя не ручаюсь. Вы меня не поняли, я ее муж, это больница. Дорогой. Доктор Бэй. Лили,
Лили, что с тобой? Кислородный мозг. Скорость потока 5 литров в минуту. Лили. Как она? Сейчас в порядке. А кто был тот мужчина? Это он впутал мою жену в продажу сока. Рано или поздно его посадят. Могу я повидать жену? Можете, спасибо. Какое мы живем время. Есть люди, что верят в вездесущность сока. Не стоит ему беспокоиться о такой одержимой, как она. Пускай страдает. Зато очнется. Но ты буквально пару минут назад соврал больной, что лекарства извлекли из сока. Общение между доктором и пациентом – это искусство. С каждым пациентом свой метод общения. Доктор Сяо, вы меня понимаете. Доктор Бай, почему бы вам не купить ее сок и попить его для здоровья? Поделюсь с тобой бутылочкой. Смотрите, смотрите. Ну что смотреть? Вэн Зинзин написала, что больше не будет преследовать доктора Бая. Вот и хорошо. Наконец увидел его истинное лицо. Что? Доктор Бай наверняка ее отверг. Как он может в такую влюбиться? Под постом уже больше 3000 комментариев. Послушайте. Я думала, они будут вместе. Неожиданный финал. Я больше не верю в любовь. Этот человек сумасшедший? Это же не развод родителей. Чего это вдруг сразу не верить в любовь? Какие-то странные. Еще один коммент. Сестренка, ты жалкая. Может, еще поборешься? Думаю, она думается, но я приму любое твое решение. Будь счастлива. Поборешься? А какой от этого толк? Если бы все решалось с настойчивостью, я бы в Кембридж поступила. Ты просто злишься. Это было очень забавно. Блогерша, думающая, что может привлечь мужчину благодаря своей красоте, получила пощечину. Если красивая, значит, все в тебя влюбятся. Какая-то глупая логика. Комментарий великолепен. Наконец-то кто-то понял суть. Не могу с тобой как-то общаться. Ешь. Я съем это мясо. Если бы мы встретились в подходящее время в подходящем месте, может быть, все бы так не закончилось. В словах чувствуется обида. Думаю, ты сделал ей больно. Благодаря мне у нее прибавилось подписчиков. Она должна быть счастлива. Не думаю, что она возмущена. А ты хладнокровный, совершенно не испытываешь сострадания к противоположному полу. Баджо, я рада. Девушка с пластикой больше не будет тебе докучать. А ты хорошо осведомлена. Конечно, я тщательно за ним слежу. Ты вор? Без сахара. Ты на диете? Нет. А диета сработает? Доктор Сяо, вы видели девушку с пластикой? Да. Похоже, доктор Сяо тоже внимательно следит за нашим доктором Баем. Наша доктор Сяо не такая бездельница, как ты. Нас проинформировала Линджи. Если честно, я рада, что вы внимательно следите за нашим Байджо. Таким образом, у прочих будет меньше шансов. И при чем тут эта девушка с пластикой? И почему наш Байджо? Что у вас с ним за отношения? Раз ты спросила, я буду откровенна. Мне нравится Байджу. Рано или поздно я стану его девушкой. Вы идеальная пара. Оба жутко самодовольные. Доктор Джен, мы на работе. Не говорите глупостей. Хорошо, как скажешь. Аж зуб заболел. Будешь чистить, и не будут болеть. Стой, ты куда? Джен Ядзе сказала, не подумал. Байджу, мой друг привез мне немного говядины, Ангус. Ты сегодня свободен? Приходи ко мне в гости, угощу тебя. Доктор Джен, я должен тебе разъяснить. Я не испытываю к тебе никаких чувств. Знаю, тебе нравится доктор Сяо. Кто мне нравится, это мое дело. Я не потерплю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Ясно? Все, Ижань, стоять. Я знаю, что тебе не нравлюсь, но я хочу быть с тобой милой. Все, что я делаю, это ради тебя. Джен Ядзе, ты должна понять, я хочу найти любимую, а не мать. Ты раздражаешь меня своим поведением. Впредь держись от меня подальше. Обязательно так жестоко? Ты ей сердце разбил. Ядзе, не повезло в тебя влюбиться. Тянуть с этим бессмысленно. Надо было проявить решительность.
Ты же знаешь, какой он. Его нельзя взять измором. Если продолжишь давить на него, то лишь оттолкнешь. Не принимай близко к сердцу его слова. Продолжай заботиться о нем по-дружески. Никто не знает, что будет дальше. Думаю, я была слишком настырной. Конечно, у тебя довольно богатый опыт. Так и есть. Не зря меня называют главным богом любви Туншень. Тогда ответь. Байджи преследует доктор Сяо? Это согласно твоему плану, он пытается ее завоевать? Нет, он действует самостоятельно. Хорошо. Кого ты поддерживаешь, меня или Сяо Янь? Послушай, вы с Байджу мои друзья. Конечно, я хочу, чтобы вы были вместе. Если в будущем это случится, мне придется дарить всего один конверт на свадьбу. А ты расчетливый. Но когда дело касается чувств, тут мы бессильны. Я не смирюсь. Он влюбится в меня. Доктор Бай, я пришла сказать кое-что. Вчера, когда ты температурил, то был очень послушным и милым. Я впервые видела тебя таким. И к чему это? Когда я кормила тебя имбирным супом, то задала вопрос. Какой? Спросила, нравлюсь ли я тебе. И ты сказал «да». У меня была высокая температура. Знаю. Это была всего лишь попытка утешить себя. Но знаешь, когда ты это вчера сказал, я была очень счастлива. И это чувство укрепило во мне мою решимость. Я сказала себе, что должна заполучить тебя. Я буду заботиться о тебе. И никому не позволю тебя обижать. Джен Ядзе, послушай меня. Не люблю, значит, не люблю. Люди не смогут быть счастливы, если их заставляют быть вместе. Не трать на меня свое время. Не волнуйся. Я уже потеряла время. И готова потерять еще. Я не сдамся. Доктор Сяо, что такого хорошего Байджу? Что они в нем нашли? У тебя просто о нем есть свое мнение, как и у меня есть свое. Это нормально, мы же все разные. Но не позволяй мнениям влиять на отношения с коллегами. Будет плохо, если это скажется на работе. Я просто сказала, я не собираюсь ничего с ними делать. Думаю, твои отношения к нему не изменить. Я вот думаю, что не такой уж и невыносимый, как ты о нем думаешь. Мне даже как-то неловко. Пару дней назад вы были сдержаны и холодны друг к другу. Почему вдруг сейчас защищаете друг друга? Что-то случилось? Многое никак не влияет на тебя. Может, и не стоит это пытаться понять? Уже поздно. Может, пойдешь домой пораньше и отдохнешь? Завтра у тебя полный рабочий день. Доктор Сяо. Вас уже выписывают? Да, смотрите, доктор Сяо. Я же говорила, что мне не надо здесь оставаться. И я поправилась благодаря питательным веществам, извлеченным из сока. Лили, думаю, ты еще не полностью поправилась. Я должен буду тебе кое-что рассказать, как приедем домой. Тех людей, которым ты доверяла, арестовала полиция. Вот, посмотри. Ты все еще веришь в этот чудо-сок? Лекарства, которыми тебя лечили, не извлекали ни из какого сока. Мы тебя обманули. Тебя вылечили доктор Сяо и доктор Бай. Они спасли твою жизнь.
Лили, я знаю, раньше я был неправ. Я был сосредоточен на работе и совсем забыл о тебе. Когда полностью поправишься, сможешь пойти на настоящую работу. Чем бы ты ни занялась, я тебя поддержу. Где у вас болит? Доктор, вы не помните меня? 2 месяца назад у меня был аппендицит, не вспомнили? Вспомнила. Что сейчас, плохо зажил аппендицит? После операции у меня периодически болит живот. Вероятно, разрез не зажил как положено. Прилягте, я осмотрю вас. Не надо, доктор. Ребенок моей коллеги работает в 3-й больнице. Я пришел сюда забрать свои хирургические записи и протокол осмотров. Хочу, чтобы мной занялся ребенок моей коллеги. Вам не надо меня осматривать. Там пациенту плохо, ему трудно дышать. Я сейчас посмотрю. Доктор, а как же мой вопрос? Линджи, сделай копии хирургических записей и протоколов осмотров этому пациенту. Хорошо. Спасибо. Пациент, приходивший за копиями, еще не ушел? Ушел. Ты отдала ему все копии осмотров. Я отправила его в архивный отдел. А что такое? Дашь мне посмотреть, что ты ему отдала? Волнуюсь, что там что-то не так. Добавь сюда. Еще одну медсестру на сегодня добавь. Запиши. Поменяй местами. Хорошо. Это точно опухоль. Доктор Бай, а злокачественная или доброкачественная? Пока ты точно нельзя сказать. Сейчас мы можем только сказать, что у пациента растет опухоль в печени. Танхуа, говоришь, пациент пришел и попросил копию хирургических записей и протокола осмотров? Он утром пришел. Я была очень занята, поэтому без задней мысли разрешила дать копии. Боюсь, пациент пришел к нам уже подготовленным. Наверняка он обратился в другую больницу, где и нашли опухоль. Проанализировав свое состояние, он понял, что Танхуа не заметил опухоли. Чтобы подать иск, нужна выписка, а чтобы ее получить, пациент притворился, что не знает о своем состоянии. И что нам делать? Не волнуйтесь, я сообщу о случившемся в юридический отдел. Будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Заведующий, не волнуйтесь. Я знаю, что наше отделение не должно создавать проблем. Поэтому я готова нести ответственность. Я поставила диагноз, и я отвечала за послеоперационный уход. Это мое упущение. Заведующий, я тоже виноват. Если бы я не беспокоил доктора Тана, она бы не допустила этой оплошности. Я готов нести ответственность. Хватит. В этом деле нет одного виновного. Ответственно все отделение. Если возникнет проблема, нам отвечать. Мы готовы. Почему все должны отвечать за ошибку одного человека? Так нельзя. Каждый доктор несет ответственность за поставленный им диагноз. Я готова это сделать. Танхуа, часть команды, что с тобой? Что значит, что со мной? Я просто говорю, что если диагноз неверный, я не утверждаю, что Танхуа ошиблась. Что ты хочешь этим сказать? Может, стоит посмотреть на проблемы с другой стороны? Танхуа в этом вопросе не несет никакой ответственности. При обращении пациент жаловался на боли внизу живота. Это никак не связано с опухолью печени. Танхуа, согласно симптомам, поставила диагноз аппендицит. Операция по его удалению прошла успешно. КТ, показавший опухоль печени, лишь стечение обстоятельств. Доктор не может выявить у пациента все проблемы со здоровьем за короткий промежуток времени. И даже если нам придется идти в суд, мы не проиграем. Точно, в этом есть смысл. Байджу все правильно говорит. Мы, доктора, не всесильные. Мы не боги. Тогда подождем, что сделает пациент. Отсутствие ответственности не означает бездействие. Думаю, Баджу прав. Надо связаться с пациентом. Зачем? Пациент уже получил историю болезни. Он может ничего не обнаружить. Если свяжемся с ним и объясним ситуацию, мы же себе можем навредить. Вне зависимости от последствий, мы должны связаться с пациентом, чтобы не усугубить его болезнь. Я согласна с ней. Я согласен. И я. Я очень рад слышать, как вы искренне тревожитесь за пациента. Несмотря ни на что, этот вопрос касается здоровья пациента. И как врачи,
Мы не можем спрятаться из страха быть привлеченными к ответственности. Танхуа, свяжись с пациентом. Необходимо определить, что это за опухоль. Все остальное я беру на себя. Хорошо, сейчас же с ним свяжусь. Вы про эту тень? Первый раз мы ее не заметили. Сейчас мы понимаем, что, вероятно, это может быть опухолью. Мы рекомендуем вам как можно скорее сделать обследование, выяснить характер опухоли для последующего ее лечения. Я приходил утром за копиями записи, поэтому вы и тень увидели. Раньше я была невнимательна. А вы не боитесь, что я подам на вас в суд за ошибочно поставленный диагноз? Решение вопроса о правильности поставленного диагноза в юрисдикции медицинской комиссии. Первоочередная задача докторов – это здоровье пациента. Касательно этой тени, я знал о ней еще до удаления аппендицита. В детстве у меня обнаружили две гемангиомы в печени. Моя опухоль доброкачественная, я ежегодно проверяюсь. Когда я пришел к вам на осмотр, то понимал, что опухоль не имеет отношения к операции. Поэтому я ничего не сказал о ней. Это хорошо, что нет проблем, но из-за постоянных болей я все же советую провериться. Хорошо? Тогда я вас побеспокою. Ничего плохого, объясни все ему. Господин, получили уже результаты? Отчего у меня болит живот? Причина боли – хронический гастрит. Это никак не связано с гемангиомой и удалением аппендицита. Хорошо, что ничего серьезного. Хронический гастрит – это же не серьезно? Не волнуйтесь, все будет хорошо. Принимайте лекарства, и тогда вы быстро восстановитесь. Если будут какие-либо проблемы, приходите ко мне. Я довольно часто хожу в больницу, но впервые встречаю докторов, взявших на себя инициативу и позвонивших. Ваши доктора очень внимательные. Спасибо за заботу. Большое спасибо. Это наша работа. Не забудьте купить лекарства. Аптека прямо по коридору. Хорошо, хорошо. Молодец. Танхуа, Линджи сказала, что ты меня искала? Она мне рассказала, что у пациента с тенью на КТ гастрит. Прости. Это моя вина, я заставил тебя поволноваться. Чинджи, больше не надо притворяться моим парнем. Танхуа, почему ты опять говоришь об этом? Я просила тебя притворяться моим парнем из-за мамы. Надеялась, что она не будет пилить меня с браком. Но сегодняшний инцидент дал мне понять, что надо остановиться, чтобы не дать тебе надежды. Это несправедливо. Мы с тобой слишком разные. В вопросе пациента с тенью я готова была взять на себя ответственность, но ты выбрал другую позицию. Твои мысли и действия в значительной мере отличаются от моих. Люди с разными ценностями несовместимы. Танхуа, я знаю, между нами с тобой пропасть. Это моя вина. Я был неправ. Проблема не в том, кто прав. У нас разные точки зрения, из-за чего и взгляды с действиями отличаются. Например, ты бы считал, что из-за твоих приставаний я поставила неверный диагноз. Но это не так. Ты совершенно не доверяешь моей компетентности. Танхуа, я не это имел в виду. Давай так, впредь я буду всегда тебя слушаться. Так нельзя. Ты должен иметь свое мнение. С сегодняшнего дня мы должны покончить с нашими фальшивыми отношениями. А, тетушка, что ты ей скажешь? Говорю честно, об этом я еще не думала. Я хочу разорвать с тобой отношения, даже если поссорюсь с мамой. Подобная ситуация не может повториться. Танхуа, Танхуа! Я был неправ, все, что ты говоришь, правильно. Я изменюсь, хорошо? Не будь такой. Прости, это была моя вина. Мой эгоизм дал тебе ложные надежды. Теперь мы с тобой всего лишь коллеги. Танхуа! Между вами все кончено? Это должно было случиться. Ты только недавно начала оттаивать в отношении к Чинджи. Я думала, что для вас есть надежда. Этого я и боялась.
А ты хорошо разбираешься в людях. Я даже привыкла к его заботе обо мне. Это же хорошо. Уступи ему. Уступить? Не хочу я встречаться, тем более замуж выходить. Да и мне совсем не нравится Чэнь-Джи. Я, может быть, и смогла бы сойтись с ним, если бы наши чувства были взаимны. Ты полна заблуждений, мне тебя не понять. А что твоя мама? Она же не сдастся? Настоящий воин должен быть готов к битве. Удачи. Ты решила? Решила. А если я против? Против ты или нет, я все равно с ним расстанусь. К тому же, ты же моя мама. Ты же не бросишь меня. Раньше я творила всякую дичь. Устраивала тебе свидания одно за другим. А все дело в том, что ты не молода. Да и тебя совсем не заботит личная жизнь. Я не могла позволить тебе делать все, что пожелаешь. И хотела подтолкнуть тебя к действиям. И вот, появился Чэнь-Джи. Он хороший парень. Но ты говоришь мне, что вы несовместимы. Несовместимы? А кто сейчас изначально совместим? Если несовместимы, всегда можно подстроиться. Если нет чувств, их можно развить. Вы оба доктора. Все время в больнице. Вам есть о чем поговорить, так и чувствам легче появиться. Ты совсем не понимаешь, молодежь? А что там понимать? Все же на поверхности. Чэнь-Джи приходил к нам. С ним довольно приятно общаться. А это хорошая основа для брака. Он порядочный и честный. Мне будет не о чем волноваться, отдай я тебя ему. Мам, у нас с Чэнь-Джи не все так просто, как ты думаешь. Я была рядом и все прекрасно видела. Чэнь-Джи влюблен в тебя. Его забота и любовь видна невооруженным глазом. Это даже слепой увидит. И с его стороны это не лукавство. Сейчас меня не волнует, богат ли он. Меня волнует лишь то, как он к тебе относится, и его искренние чувства к тебе. Я тебя понимаю. Я позабочусь об этом. Хорошо. Позаботься об этом. Сделай так, чтобы мне не пришлось волноваться за тебя. Когда-то я была в твоем возрасте. Когда ты достигнешь моего возраста, ты поймешь. Но когда это случится, будет уже поздно сожалеть. Зовет тебя. Похоже, это Чэнь-Джи. Иди посмотри. Танхуа! Это и правда он. Танхуа! Там холодно и дождь, а он без зонта. Танхуа! Мама, иди спать, я отнесу ему зонт. Поговори с ним и отправь поскорее домой. Танхуа! Танхуа! Наконец-то ты вышла. Выпил? Да, совсем чуть-чуть выпил. Не веди себя по-детски, иди домой. Знаешь, после того, как я так долго был твоим парнем, беспокоясь и заботясь о тебе, я думал, что в конце концов ты полюбишь меня. Ты слышишь? Иди домой. Танхуа! Не вынуждай меня презирать тебя. Я не хочу этого. Тогда иди домой. Я не хочу, чтобы ты презирала меня. Надо идти домой. Танхуа, не уходи. Я не хочу, чтобы ты меня презирала. Я пойду домой.
Хорошо. Иду домой. Оп! Зачем ты стоял под дождем? Она тебя отвергла, а ты заболел. Поешь, а потом выпей лекарство. Малыш Чанчжи, ты перегибаешь. В мире полно прекрасных цветов. Ты чего так на ней зациклился? Ешь давай. Доктор Чин, вы в порядке? В порядке. Алкоголем пахнет. Она потеряла сознание, выйдя из ресторана. Прохожие вызвали скорую. И долго без сознания? С момента вызова скорой прошло порядка получаса. Сделай анализ крови, чтобы исключить вероятность алкогольного отравления. Если это не отравление... Сделай ей КТ мозга. Хорошо. У пациента не сошел отек. Понаблюдаем. Доктор Сяо, нужна ваша помощь. Что такое? Родные пациентки недовольны Чанчжи. Бесполезный. И вы себя врачом называете? У Пин-Пин аллергия на алкоголь. Она его вообще не пьет. Вы заподозрили алкогольное опьянение? А как же запах алкоголя? В крови не обнаружилось следов алкоголя. Что вы за доктор такой? Наша Пин-Пин — это главная кормилица и основа семьи. Если с ней что-то случится, нашей семье конец. Вы понимаете? Госпожа, госпожа, сейчас важно найти причину состояния пациентки, чтобы ее вылечить. Танхуа, проверь, пришли ли результаты КТ. Хорошо. Исходя из симптомов и результатов КТ, похоже, что это инсульт. Она сегодня жаловалась на боль. С утра только сказала, что голова кружилась, в глазах было мутно. И сказала, что плечо немного онемело. А потом она на работу ушла, и больше мы ее не видели. Ее целый день не было, и вы ни разу не позвонили спросить, как она. Ее часто тревожили боли то здесь, то там, но сознание она не теряла. Доктор. Она же так молода. Как у нее может быть инсульт? Вы знали про ее гипертонию? Впервые слышу. Она уже приходила к нам. Есть отметка в медкарте. У нее уже 3 года гипертония и гипергликемия. Она регулярно принимает лекарства. И я не знала. У нас дома есть только лекарства от кашля и температуры. Других лекарств нет. Она никогда ничего нам не говорила. Сделай МРТ головного мозга. Хорошо. МРТ подтвердило ишемический инсульт. Инсульт произошел в области мозга, отвечающего за движение тела. Если быстро не оказать помощь, возникнет паралич. Лечение требует тромболизиса. Что это такое? Нам надо растворить тромбы, вызвавшие инсульт. Процедуры требуют одобрения родственников. Вот, подпишите. Состояние пациентки тяжелое и необходимо срочное лечение. Если нет никаких проблем, подпишите бумаги. На данный момент она потеряла чувствительность правой стороны тела. Если не станем ее быстро лечить, то тромб в ее мозгу увеличится. А есть другие методы лечения? Да, должен быть более безопасный метод лечения. Дело в том, что пациентка уже как 2 часа находится без сознания. Оптимальное время для тромболизиса в течение 3 часов после возникновения инфаркта. Это значит, у вас есть еще час, чтобы принять решение. Советую не затягивать. А вы умеете пугать людей. Понимаю, у вас могут быть опасения, но учитывая текущую ситуацию, тромболизис – лучший метод лечения.
Имеются данные, подтверждающие, что состояние большинства пациентов улучшились благодаря этому методу. Конечно, есть и побочки. Не все пациенты полностью восстанавливаются после тромболизиса. Но это в первую очередь связано с тем, что у каждого пациента свое состояние сосудов. Даже при лечении некоторые пациенты не в состоянии предотвратить обострение заболевания. Также был пациент, у которого после тромболизиса открылось сильное кровотечение, опасное для жизни. В нашей больнице показатель успешности тромболизиса выше среднего. И риск кровотечения тоже ниже среднего. А это означает, что преимущество тромболизиса значительно выше рисков, поэтому мы рекомендуем его. Все нормально, если что-то случится, вы сможете в любое время со мной связаться. Сяосян, думаю, мы должны прислушаться к докторам. Ну, и сколько это стоит? Лекарство и полностью вся процедура будет стоить около 5000. С учетом обследования и дальнейшего наблюдения около 8000. Так дорого? Цены утверждены медицинской комиссией. 5000 на лекарства? Не стыдно вам людей грабить? Лекарства и правда дорогие. Еще больной надо поместить в реанимацию. Решили ограбить нас? Деньги важнее жизни? Если не проведем в ближайшее время тромболизис, ее состояние будет ухудшаться. И если это случится, мы уже не сможем ее спасти. Сяосян, послушай докторов. Если с твоей сестрой что-то случится, нашей семье конец. Ладно, ладно. Понял. Делайте. Угораздило же ее получить инфаркт. Следите за словами. Эй! Как ее семья может так поступать? Забудь. Мы не знаем их ситуации. Заведующий. Я ошибся. А когда ты не ошибаешься? Простите. Ладно. Семья подписала согласие. Начинайте лечение. Я займусь этим. Ты? Семья пациента жаловалась на тебя. Оставлю это на тебя, хорошо? Заведующий, думаю, доктор Чэнь должен с этим справиться. Мы с Тэнхуа ему поможем. Все совершают ошибки. Для нашего отделения это непростые времена. Если опять напортачишь, я накажу тебя. Доктор Сяо, спасибо. Не будь таким беспечным. Будь внимательнее. Доктор Сяо, что такое? Только что ввели альтиплазу. Эффект будет примерно через час. Хорошо. Почему стоишь здесь? Постою, чтобы прийти в себя. Заведующий Лу пожурил тебя, но он не говорил тебе здесь стоять. Лучше бы заведующий Лу обругал меня и наказал. Кажется, я совсем не подхожу на роль доктора. Почему ты все время в себе сомневаешься? Ты же докторскую защитил. Если честно, поступая в вуз, я совсем ничего не знал. А потом просто учил, что задавали. Хотя мне и не нравилось. Касательно моих родителей, они люди простые и не очень образованные. В деревне, откуда я родом, если твой сын стал доктором, это большая гордость. Может быть, мое тщеславие и заставило меня защитить докторскую. Поэтому и надо продолжать трудиться. Твои усилия не могут быть напрасными. Доктор Сяо, а вы почему стали доктором? Думаю, доктор – это единственная профессия, где мы можем бороться со смертью за надежду на выживание. А ты? Из-за денег. Не смешно, ты миллионы здесь не заработаешь. Я об этом узнала только после того, как начала работать, а сейчас уже поздно сожалеть. Наша профессия доктора, но мы тоже обычные люди. У нас есть то, что мы любим и не любим, у нас есть эмоции. Поэтому нам не надо допускать, чтобы наши чувства брали над нами верх. Ты должен понимать, что любая наша ошибка может нанести непоправимый вред пациенту и его семье. Но, доктор Сяо, это слишком сложно.
Думаю, большинство докторов думает об интересах пациентов. Они даже могут заботиться об их здоровье больше, чем семья. Но доктор — это профессия, работа, помогающая кормить наши семьи. Чтобы вырастить квалифицированного врача, требуется одно или даже несколько десятилетий. Доктора сталкиваются со множеством трудностей. Каждый день через наши руки проходит множество больных. Мы должны нести ответственность за каждого и должны поддерживать наши навыки. Это очень утомительно. Я еще не говорю о том, что мы должны правильно вести себя. В наших силах постараться делать все хорошо. Главное, чтобы совесть была чиста. Ладно, давайте за работу. Проснулись? Я в больнице. Что со мной? У вас инсульт. Мы лечим вас тромболизисом. Инсульт? Как он мог у меня случиться? Почему я не чувствую левую сторону? Это временный паралич, вызванный инсультом. Мы лечим вас тромболизисом. Тромболизис – наиболее эффективный метод для лечения инсульта. Где моя семья? Ваша мать и брат приходили. Мы с ними свяжемся, как завершится процедура. Если вы не пили, то почему от вас пахнет алкоголем? Я обедала с клиентом. Когда наливала алкоголь, я случайно пролила на себя. Простите. Что такое? Что за паршивое предложение? Что вы там себе надумали? Публике такое не нравится. Если есть какие-то проблемы с предложением, мы готовы обсудить его детали. Вы же не хотите, чтобы предложение для вашей компании было низкоростным?别在心里练几遍，省略了客套的寒暄，拥抱喂饱了想念。谁不会在约定的时间付出最沉的一次爱？自己画的句点，自己画。就让我先去明天走一走，所有美好留给你慢慢欣赏。好人别哭，这一生没辜负。现在我懂，受苦的不是我，而是陪我来的你。就让我先去明天走一走，所有美好留给欣赏。好人别哭，这一生没辜负。现在我懂，受苦的不是我，而是陪我来的你。